Украина сократила закупку газа в ЕС на четверть. За январь-август поступление природного газа из стран ЕС составило 6,9 миллиардов куб/м, что на 2,5 миллиардов куб/м меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Импорт газа в Украину из стран Европейского Союза в течение 8 месяцев 2018 года уменьшился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорит в отчете филиала оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз», опубликованном в понедельник, 10 сентября, на сайте регулятора. В частности, указано, что так произошло благодаря значительному запасу газа в подземных хранилищах газа, который был создан за счет ресурса НАК «Нафтогаз Украины» и других клиентов до начала сезона отбора. За январь-август текущего года поступление природного газа из стран ЕС составило 6,9 миллиардов куб/м, что на 2,5 миллиардов куб/м меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы углеводородов было импортировано газотранспортным коридором из Словакии, 4,3 миллиардов куб/м, минус 39%, а также из Венгрии, 2,1 миллиарда куб/м, плюс 40%, и Польши, 0,5 миллиардов куб/м, минус 38%, говорится в отчете. Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 14,987 миллиардов куб/м, свидетельствуют данные Укртрансгаза. Согласно плану Кабмина, для отопительного сезона нужно закачать 17 миллиардов кубометров газа. За первое полугодие 2018 года Украина импортировала более 4,1 миллиардов кубов газа из ЕС на 1,5 миллиардов. Украина с 2013 года сократила потребление газа почти на 30%. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.